возврат потом. Ну ты ударил, застыл там еще раз. Возврат, это вернуться назад нужно. Да, не отпрыгивать, а оттолкнуться передней ногой и возвращаешься, скручиваешь туловище. Задний бьем. Перешли. Быстрее. 5, 4, 3. Бокс. Оп, возвращается один Серега, попытку делает Артем. Все остальные вы остаетесь. Нужно нанести удар и вернуться. То есть подготовка должна быть. Вы выдернули противника, заставили ударить. Это провалили его, он промахнулся. Или собирается бить. И в это время ему тык по туловищу сзади рукой. Тык, вернулся назад. Или передний закончит, как Серега делает. Покажи, Серега. Бокс. Вот, да. То есть удар идет, бик. Только не вниз, а в длину туда. Как кием. Докрути туда. Сзади в туловище, передний туда докрути, да. Отель вложи. В сторону отойди, бокс. Просто отойди в сторону, и они бьют, ты нормально. Зачем ты локоть задираешь, Давид? Расслабь руку правую, она узенько стоит. Сейчас будешь отжиматься с лобками, у тебя кулаки раскрыты. У тебя кулаки раскрыты, я говорю, ты левую выкручиваешь зачем-то. Ты не разворачиваешь до конца туловища. И правая палец у тебя вот так, в таком положении, Арсень. Я не вижу, Арсен, вообще. Пальцы раскрываешь, Коль. Вот так вот бьешь. Ты тянешь руку, ее не тянуть нужно, ее бросить нужно туда. Не, не доводишь движение. Топу докрути переднюю при ударе. Нет, она в таком положении стоит. Да крути, носочек на партнера смотрит. Опа, отдыхаем, переходите. Дистанцию держите, не пересекайтесь друг с другом. Еще раз, была задача у меня провести определенные комбинации. Мы сейчас застряли на заднем туловище, какой-то кошмар. Значит, рука – это плеть, она держится, плеть – это на позвоночник. И вы, дергая противника, чик-чик, смещаетесь, заряжаете заднюю ногу, и туда руку бросаете. Вот так, блин, тип вернулся назад. То есть вы шелчок делали, передний на выходе ударили. Вы не доводите движение до конца. Сустав не входит в то положение, которое он должен войти. Вы руку останавливаете, укорачиваете удар, это там, у вас удар 40%, дальше, что он даст этот удар? Что вам даст это движение? То есть ты стрелял по противнику, что делал, не попал. Вопрос, зачем ты стрелял? Вы понимаете смысл? Бери гантель. Бокс.
Подготовка, нанесение, выход. И рука вылетает еще раз. Добейтесь того, она как нунчака. Локоть со стороны, Артем, идет. Руку, локоть узенько держи. На самый последний момент вылетает рука. Ты бьешь высоко, ты в грудь бьешь. Я заднюю сейчас смотрю. Стоп, посмотрите, вы делаете движение, вы разворачиваете туловище, рука стоит в этом безобразном положении. И вы потом начинаете с этого положения бить. А рука должна стоять на защите, вот как вы вверху стоите, так же и внизу. Что значит вверху, когда удар бьете в голову справа? Также нужно, чтобы рука вылетала с этой точки, когда вы бьете туловище. То есть вы туловище разворачиваете, в самый последний момент посылаете руку. То есть вы уже на скорости находитесь, вы делаете толчок, рука ускоряется, перегоняет это самое, ногу, туловище и вонзается в цель. Бэк туда! И такое ощущение складывается, что рука вылетает первая, но она идет немножко позже. Арсен, еще раз. Бокс. В самый последний момент ее отпускаете. Узенько. Нет, вот ты бьешь. Арсен, назад уйди, что тебя несет, я не могу понять. Сейчас выгоню нафиг. Давид, сколько раз в день нужно сделать удар осмысленно, чтобы он получался? Сколько раз в день, это по Брюс Ли, нужно делать удар, отрабатывать, чтобы он получился? 300 раз. А если он делается неосмысленно, то смысл этого действия? Я еще раз говорю, ну уже мы час, наверное, делаем. Я уже показал, как это в туловище бьется, за счет чего и как. То есть тут, вот я стою, смотрите. Вот я туловище разворачиваю, это удар в голову. Так что если вы просто разворачиваете и руку приопускаете, то и удар идет в эту руку. Ну и смысл этого движения. Дальше вы просто в это время получите голову. Зачем так делать? То есть мы делали раздошку такую. Вот эту раздошку нужно и делать. То есть вы зарядили ногу заднюю дальше. Оттолкнулись, подсекли левую ногу. И туда рука пошла. Дальше должно быть туда ударное движение. Туда. И потом на выходе назад. Надо не тянуть, а еще раз, создать вращение. Нужно очень быстро туда таз ввести. То есть вы делаете это самое движение туда, отталкиваетесь такой, подтекаете и туда, туда падение. Чем резче таз, вы включаете туловище, и потом рука стоит в этом положении. И она такой, вылетает где-то с уровня переносицы и туда влетает, она не опускается. Да не вниз еще раз падать, а ноги подсекая, идет этот самый, просто механизм как бы создает это вращение и все. Бокс. Высоко, Ваня. Давид, 10 на кулаках с лобками, ты заколебал своими пальцами. Сейчас, Коля, вторым прицепом пойдешь. Вы что, подгоняете или что? Высоко бьешь, повторяю тебе. Вниз, серый, бьешь. Нужно верхний, левой рукой, верхний, левый угол бей. Рука должна параллельно полу идти. Оп, перешли. Сделали мельницу 50 раз. Последние 10 быстро. Переносить вес тела.
как Арсен, посмотрели. На Арсена посмотрели, только вращай быстрее. Ваня, мы будем повторять же за тебя. Ниже сядь. И последние 10. Быстро очень. Очень быстро. Не переносишь весь тело, ты ж не вставляешь туда. Нужно в левую, правую ногу делать. Покажи, Артем, еще. Быстро туда. Вращай, вращай. То есть у вас недомято тело, и вы поэтому не можете ударить. Дальше вы так никогда не делали. Это новый какой-то вариант. Дальше нужно совершенствоваться. То есть вариант сейчас может что-то Коля сказать. Почему он только в стороне стоит, не могу понять. Где ты должен стоять? То есть я говорю, если у вас этот самый, если ты не чемпион Украины, то как бы есть к чему-то стремиться, значит, что-то доделывать нужно. Дальше, ты в какой подгруппе чемпион? Есть основное, есть этот самый, понимаете? Отойди в центр. Это не умаляет твои достоинства, я тебе просто говорю. Значит, все равно нужно как-то развиваться. Еще раз, длина удара. Мы уже переходили в эту точку очень долго. То есть разворачивали туловище, показывали. Сгинание левой ноги, сгинание правой. То есть вы должны, находитесь на втором этаже, вы должны оказаться на первом, чтобы в эту точку нанести удар. Дальше. И отсюда потом благополучно вернуться. Бокс. Антели возьми. Где второй удар? Бей нормально уже. Плечо расслабить нужно задней руки. Давид. Стоп. Шире сталь. Шире это где стоите в этой точке, то самое. Что значит расслабить, Артем? Ну как отключить, я это говорил. Нужно оказаться...